Караганда отметила свое 85-летие. Морозная погода не помешала весело отпраздновать юбилей. Танцы, песни и фейерверк устроили для горожан организаторы мероприятия. Там побывала наша съемочная группа. Любимый город отметил свой юбилей. Караганде исполнилось 85 лет. Ко дню рождения шахтерской столицы на катке стадиона «Шахтер» прошел ледовый фестиваль под названием «I love Караганда». Морозная погода не помешала весело отпраздновать юбилей. Сегодня нашему городу исполняется 85 лет. Оказывается, наш город старше меня на 42 года. То есть я очень рад, что именно я живу в Казахстане и именно в Караганде. Мне кажется, это очень многонациональный город. Здесь есть очень много наций, и мы все очень дружны, и мне это очень нравится. Потому что, мне кажется, в Караганде самые красивые и добрые люди. На праздник мог прийти любой желающий, ведь все мы знаем, что Караганда славится дружелюбием и гостеприимством. Возраст всего лишь цифра, твердят все в один голос, ведь город не перестает процветать и совершенствоваться. Сегодня нашему городу 85. Это целая эпоха. Мы, жители нашего города, патриоты. Сегодня наше предприятие, стадион «Шахтер», очень готовилось к этому празднику. Очень хотим людям сделать интересную программу. Я всем желаю карагандинцам счастья, здоровья, процветания. И пускай наш Казахстан во главе с нашим Елбасы будет самым успешным, самым процветающим, самым сильным. Программу праздника открыл театрализованный пролог, подготовленный ребятами театральной студии дворового клуба «Астана». В концертной программе приняли участие танцевальные коллективы и вокалисты города. Также зрители увидели огненное шоу. Чтобы расширить знания о родном городе, среди гостей была проведена интерактивная викторина, а в конце всех ждал праздничный фейерверк. Альмира Кужахметова, Рустам Бараев, Николай Шевелев, Пятый канал.